5, это конечное видео, 9 часов 5 минут плюс 35-40 минут ушло на маневры. Вот конец, 29 сентября 2020 год. Я доволен результатом, как я и обещал. 3 тонны 800 килограмм, меньше чем за час. Я Стороженко Владимир, один из лидеров компании. У меня получилось перебросать с инфрандурной левого плеча воспаленными суставами и на продуктах компании Кулайф Ресерч из города нашу кепку. Звоните плюс 7 924 123 24 44. Вот тоже я смог. Я это запланировал. Я об этом говорил на Дальневосточном саммите на берегу моря с Галиной Исаковой, International Diamond компании Фуэлл. Она сказала, ты можешь перебросить так быстро со своими суставами. Да, на продуктах компании Кулайф Ресерч и на силе характера, и на силе воли. Поэтому, все, что мы говорим, мы стараемся преодолеть. Конечно, с Божьей помощью. Сегодня был такой день непростой. Столько нюансов, столько казусов. Но мы все равно все победили. И лишний раз я понял, что успех просто так не дается. Успех. И надо и успеть, и мозгами шевелить. Ну и надо выходить в YouTube пространство. Плюс 7 924 123 24 44. С WhatsApp, телефон приглашаю в команду. Вот, Стороженко Владимир. Вам 75%. Мне компания заплатит с вашего товарооборота, когда я вам помогу заработать 80 тысяч рублей, мне компания заплатит 26. Когда я вам помогу заработать 180 тысяч рублей, мне компания заплатит 50 тысяч рублей. Когда я помогу вам заработать 5 миллионов, мне компания с вас заплатит там 1 миллион. Все, плюс 7 924 123 24 44. Я доволен. Господи, благодарю тебя и славлю во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Ну и еще скажу. Значит, очень много литературы в компании. Я проработал с этой литературой, раздавал по медицинским заведениям. Но почему-то КПД мне не очень понравилось. Да, команда 28 человек, да, медики. Но почему-то люди, вот я сегодня упоминал в первой части, это уже, наверное, будет 6-я или 7-я часть, 29 сентября 2020 год, зависть богов. Надо только с Божьим словом все делать. И ни в коем случае не я впереди. Только с Божьим словом. Только Господь нам дает идеи, а мы шевелимся и все это воплощаем. Только с уважением, только с любовью. И тогда все получится. Но усилия надо прилагать. Усилия надо прилагать. Все не просто так. Ребята, приходите в нашу команду. Приглашаю в команду. Плюс 7 924 123 24 44. Телефон с WhatsApp. Если я в тайге или на рыбалке, смотрите мой YouTube канал. Плюс 7 914 974 45 45. Все. У нас все получилось. Благодарю свою супругу Иришку. Вот, ручонки не сгибаются, но сила воли, и все получится. Вот как-то так. Все, приглашаю в команду. Плюс 7 924 123 24 44. Благодарю своих наставников Леонида Вадимовича Кутузова и Надежду Степановну Кутузову за то, что они мне дали шанс и дали мне возможность понять это все дело, проесть, получить результат. И теперь я уже 5-й год несу это людям с любовью, хотя непонимания очень много. Очень много непонимания. Но мы добьемся, мы пробьемся. Мы вот были на Дальневосточном саммите 11-12-13 сентября на базе отдыха «Волна», берег Японского моря. Смотрите мой YouTube-канал, там 42 видео я записал, но еще не все закачал.
И я увидел наглядно и наставников, которые зарабатывают больше 1,5 миллиона в месяц. Но они очень любят людей, они очень умные, они очень образованные, они ездят в командировки по городам, по странам, помогают таким людям, упертым, как я. А и ко мне Леонид Вадимович Кутузов приезжал, и ко мне Алексей Иванович Егоров, кандидат медицинских наук по особо опасным вирусам, приезжал. И я ездил и в Владивосток, и в Хабаровск, и видел и профессоров, и Чижова Алексея Ярославовича, самого специалиста в России по проблемам старения, по вопросам омоложения. И Бокового Александра Григорьевича я видел в 2009 году во Владивостоке. Вот, поэтому у нас очень мощная команда, очень много работы. Впереди 196 стран, 300 миллионов русскоязычных людей. Работы очень много, но она хорошо оплачиваема, если мы вот этот тандем создадим, если будет доверие. Все, помогай Бог. Плюс 7-924-123-24-44. Телефон с WhatsApp. С Богом. Благодарю свою жену Иришку за терпение. Помогай Бог.